Фу, ребята, это просто какой-то трэш. Короче, Алькатрас вернулся. Об этом наш сегодняшний видеоролик. Расскажу, что и как, покажу его видео. Но перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Такое быстрое сегодня вступление, но я немного на эмоции. И говорить, кстати, громко не могу, потому что очень болит горло. Погнали, легендарные внучата. Прямо сейчас rpx3.io раздает всем своим подписчикам бесплатные робуксы. И все это максимально просто. Вступайте в их дискорд-канал и приглашайте друзей. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше бесплатных робуксов получаете. На RBX3 робуксы всегда в наличии, а купить вы их можете по самому лучшему курсу – 1 рубль 2 робукса. Переходите на сайт rbx3.io и в их дискорд-канал, по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Ну что, давайте сразу к новости дня. Короче, Алькатрас никуда не уходит. Если вы вчера смотрели мой видеоролик, вот так вот он выглядел, там я рассказывал о том, что Алькатрас уходит, и больше у него видеороликов на канале не будет. Но он вернулся с новым видео, где рассказал кое о чем. Давайте прямо сейчас его посмотрим на ваших экранах. Всем привет, с вами Алькатрас. Вчера я выпустил видео, в котором сказал, что больше не буду снимать видеоролики. Таково было мое удивление, когда я увидел сотни добрых комментариев о том, что меня прощают и просят остаться на YouTube. Я вас услышал, не могу предать стольких людей. Я решил на своем примере показать всему миру, что Roblox может быть без кринжа, что развивать каналы возможно не только снимая видеоролики и показывая себя клоуном. На этом канале вы всего этого не увидите. Честное мнение, раздача робуксов нуждающимся и помощь людям – вот то, что будет на этом канале. Вместе покажем, что роблоксеры не такие уж и плохие. И кто его знает, возможно, именно я смогу изменить стереотип и стать для всех примером. Спасибо за все, не прощаемся. Ребята, это просто какой-то шок. Я не могу громко говорить, но я не могу сдерживать свои эмоции, потому что... Это очень неоднозначное появление. Мы с вами явно не ждали возвращения Алькатраса, а тут он еще и возвращается с обычными видеороликами. То есть он больше не будет никому угрожать, он будет снимать качественный контент. Вы можете себе представить Алькатраса и качественный контент? Я вот лично пока что нет. В своем видео он сказал, что будет снимать видеоролики по плиз-донату, будет снимать разные видеоролики со своим мнением. И это достаточно прикольно. Я думаю, что Алькатрас хочет стать кем-то по типу Мистера Биста, раздавать типа робуксы и на этом поднимать аудиторию. Это достаточно хороший шаг, и я такой шаг явно осуждать не буду, потому что я с его мнением частично согласен. В последнее время контент на ютубе очень некачественный, и если он будет делать реально качественные вещи, то мы его поддержим и примем, несмотря на то, что раньше он делал реально откровенную чушь. Многие из вас могут спросить, кто такой вообще этот Алькатрас, о чем ты говоришь, бабка шоу, я смотрю полролика и нифига не могу понять. Друзья, вы много, очень-очень многого упустили. Мне очень тяжело сейчас говорить, это все рассказывать, потому что горло жутко болит. Ну, короче, я вам просто скажу в нескольких словах. Алькатрас — это псевдохакер, который появился где-то в декабре 2022 года и очень долгое время морочил нам мозги по типу того, что он взломает нас в Роблоксе. Короче, как видите, ничего не произошло, и в итоге Алькатрас — это теперь, видимо, будет развлекательный канал, на котором будут выходить разные видеоролики по Роблоксу. Но многие, правда, писали кучу комментариев добрых про то, что вернись, Алькатрас, и почти все такие комментарии, поэтому, наверное, он заслужил прощения. В общем, такой вот примерно вышел видеоролик у меня. Просто я другой сейчас снять не могу, поэтому сделал обзор на Алькатраса. Ну, иначе, сори, реально, как-то чувствую себя не очень. В общем, друзья, огромнейшее спасибо хотелось бы сказать вам за просмотр этого видеоролика. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Гудбай, легендарные внучата.